А с 14 мая в Краснодаре пройдет финал 5-го национального чемпионата WorldSkills Russia. В этот раз в нем примет участие 21 якутянин. Все они победители регионального этапа. Напомним, что в этом году впервые Якутия стала хозяйкой отборочного тура. Помимо республики, отбор проходил еще в 6 регионах страны. О ходе подготовки расскажет Юрий Осипов. Анна участвует в компетенции «Кондитерское дело». Девушка – студентка первого курса и за время учебы прошла несколько отборов. Сейчас она усиленно готовится к финалу. Сказать, что это легко, это на самом деле очень сложно. Подготовки начинаются утром, я могу уходить ближе к вечеру или, возможно, ночью. Главное – это усердие. Еще раз усердие. Несмотря на успехи, Анна занялась кондитерским делом сравнительно недавно. Она начала познавать азы ремесла только после поступления на учебу. Она поступила вообще целенаправленно на кондитерское дело и прошла отбор среди студентов колледжа и стала, выразила себя наилучшей стороны. Так и проявляет себя очень хорошо. Участники из Якутии прошли отбор по 21 компетенции, начиная от ювелирного дела и видеопроизводства и заканчивая сварочными работами и прикладной эстетикой. Но не все конкурсанты-дебютанты. Даяна уже принимала участие на различных этапах соревнования 5 раз. Она уже пробовала свои силы в прошлом финале. Тренировки у нас очень насыщенные, так как в этом году задания очень сильно изменились. Взяли задание с Евроскиллс, это уже считается мировым чемпионатом, и поэтому задания более обширные, и у нас тренировки идут очень активно. Проходим все модули, которые будут в финале, и по времени сразу уже, потому что все модули у него по времени идут. Все участники занимаются в своих учебных заведениях. Для них отведены специальные аудитории и оборудование, чтобы они могли спокойно заниматься. Помимо индивидуальных тренировок, для них предусмотрены общие сборы. Как учебно-тренировочного сбора предусмотрены тренировки, собственно, психологические тренинги для команды, встречи с руководством министерства. Движение WorldSkills появилось в России в 2014 году. За это время виден существенный прогресс. В прошлом году в финал национального чемпионата прошли 13 человек. Из них 5 стали призерами. Нынче участников стало еще больше. Делегация из Якутии состоит из 46 членов. Помимо самих участников и тимлидеров, с ними в Краснодар поедут эксперты-компатриоты. Юрий Осипов, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.